Из ложной скромности стоит отметить, что компания Ecomash Group на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в отрасли обращения с отходами как производителя, поставщика оборудования и разработчик технологических решений. На сегодня на этой выставке мы традиционно предлагаем новые решения эффективного обращения с отходами. Это дисковый сепаратор, который позволяет эффективно сортировать отходы, отсеивая мелкую органическую фракцию, такие как пищевые отходы, смет с территорий, земля. И помимо этого он позволяет распределять слой отходов на сортировочном конвейере, тем самым улучшая эффективность ручной сортировки отходов. Также подобный вид оборудования применим и на автоматизированной сортировке отходов, где отбор вторсырья происходит с помощью оптических сепараторов. Стоит отметить, что новые виды оборудования мы производим в поддержке с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. У нас заключен инвестиционный контракт, по которому Министерство промышленности и торговли субсидирует часть затрат на НИОКР, на разработку новых видов оборудования, а мы, как компания-разработчик и производитель, обязуемся обеспечить производство, серийное производство этих видов оборудования и их широкое распределение по территории России. Помимо дисковых сепараторов, это специальные виды барабанных сепараторов, баллистических сепараторов, разгонные конвейеры для оптических сепараторов, а также другие эффективные виды оборудования для автоматической сортировки отходов. Дополнительно стоит отметить, что внедрение этих видов оборудования, оно поддерживается государством в виде субсидирования дополнительного конечным потребителям. Мы, как компания-производитель, участвуем также в программах субсидирования конечных потребителей, проводимых Министерством промышленности и торговли, что позволяет конечному потребителю затратить меньше средств на покупку современного эффективного оборудования и тем самым увеличить производительность своего труда и своего производства. На текущий момент государственная политика в области обращения с отходами, она стимулирует развитие отходоперерабатывающих и сортировочных производств на территории России. Мы, как компания, занимающая лидирующие позиции, работаем совместно с органами государственной власти для того, чтобы территория нашей Родины стала чище.